Зимние труды не пройдут даром. Производители ранних фруктов, овощей и зелени смогут сбывать свою с таким трудом выращенную продукцию в специально обустроенных для этого местах. Об этом заявил глава Кабмина сразу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обязательство определить наиболее удобные для уличной торговли места и обустроить их с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм возложено на плечи столичных преторов, либо примаров, если речь идет о более мелких населенных пунктах, уточнил глава Кабмина. Piețele sunt închise, deoarece capacitățile magazinului alimentare tot sunt limitate. În aceste condiții am luat decizia să permitem comerțul ambulant exclusiv pentru producători pentru a desfășura acest comerț ambulant în municipiul Chișinău-Bălți, în locuri stabilite de autoritățile publice locale. Однако и к тем, кто торгует, и к тем, кто покупает, будет одно требование – полное соблюдение санитарно-гигиенических норм.